Такое было приветствие. Всем привет. Так, Пашаньте, привет. С тобой я, Кирилл, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4 на профессиональной сложности, без прокачки оружия, точнее, без полной ее прокачки. Собственно говоря, страдая и мучаясь именно на этой сложности. Этот эпизод будет маленьким, так как у меня не очень много свободного времени для того, чтобы растягивать его на большое количество этого же времени, так сказать. Поэтому запишем немного времени этот эпизод, уже пятый эпизод по счету третьего сезона, пятая серия, то есть. И на очереди у нас такая головоломочка. Кстати, подобная головоломка у нас была в этом, Mortal Kombat... этим, как его называется, вот где играешь, Shaolin Monks, да, там нужно было двумя игроками там, в общем, что-то поднять. Я точно помню это, я еще первый раз проходил, и, в общем, такая вот вафля. Итак, собственно, остановимся, оставляем Эшли здесь, сейчас вот так сделаем, а сами идем в противоположную сторону. Ну, с первого раза мне не получается, но с другого, думаю, получится, с третьего, со второго. Так, давайте попробуем. Нет, не сработало. Так, а зачем она бежит ко мне? Ну ладно. Не, ну там, по-моему, через какой-то тайминг должен пройти, чтобы сработало, да, то есть. Ну, думаю, рано или поздно получится. Сейчас еще раз будем пробовать. Нет. Ну там чисто по рандому, там должно пройти определенное количество времени, тогда, думаю, сработает. Ну окей. Сейчас. Не сработало. Так, еще раз. Как-то долго, обычно всегда в это время уже срабатывало. Странно. Странно. Ну ладно, сейчас получится. Да, все. Нужно просто попасть в тот момент, когда красные огоньки доходят до среднего кружочка вот этого вот. И резко нажать. Все, открыли дверь, идем вперед. Сейчас будет такой один проблематичный момент. Но я, собственно говоря, уже не буду говорить церемониться, потому что реально уже хватит. Хватит, как говорится, играться в игры. Хватит баловаться, как говорится. Баловаться мы всегда в этой жизни поуспеем. В общем, успеем побаловаться. Так что, как говорится, не стоит утруждать судьбу. И, собственно, после прохождения этого этапа уже пройдет глава. Это глава, не знаю, какая она по счету, я не считал. Но, тем не менее. Итак, запрыгиваем. Эшли управляет этим транспортным средством передвижения, не знаю, как оно называется. И нам нужно, собственно говоря, ее прикрывать. Ну и, естественно говоря, себя. И нужно, чтобы нас, в общем, не убили враги. А они будут нападать, поверьте, их будет немало. Так что будем, как говорится, стараться проходить. В общем, тут начинается нападение. Тут советую, надо их постоянно, в общем... сбивать с ног, вот так вот, такими вот движениями. Ё-моё. Вот один уже, пацан уже попался. Ё-моё. Чёрт, ну вот они меня уже окружили. Хреново, конечно. Для этого у меня есть дробовичок. Если они попали сюда, на ваше транспортное средство, на ваше, не бойтесь, хоть они и попали сюда, но зато вы от них нафармите патроны. Так. Тут опять же нужен дробовик, желательно побыстрее. Не успел. Мы просто сожжем. Планирую на минут 12, так 13 пройти, но как еще буду проходить по времени. Так, тут начинает ехать, в общем, машина. Так.
И нам нужно просто ее, в общем, сбить. Просто вот так вот стреляем многократно. Все. Ух, сколько я нафармил. Ну, она появится еще один раз, только уже с другой стороны. Так вот делаем. Так, приберем пистолет. И просто их вот так вот сбрасываем. Но машина, как говорится, не хочет от нас отставать. И она возвращается. Но что же нам делать? У нас нету патронов от ТМП. Мы берем поэтому дробовик. Не знаю, получится, не получится, но я думаю, что должно получиться. Да, вроде получилось. Но могло бы быть и хуже. Сейчас надо, как говорится, нафармить побольше патрончиков под ТМП. Потому что ТМП легче всего этот грузовик, как говорится, обезвредить. Ну а потом, собственно говоря, дальше идти уже под прицел. Господи. Так. Эшелон волнуется уже чуть-чуть так, по чуточку. Ничего. Так, теперь нужно открыть нам проход. Открыть проход с помощью вот этих вот панелей. Так называемых. Так, и нужно делать это все, как говорится, очень быстро, так как у Эшли время ограничено. Наше время сейчас у всех время ограничено. Так вот уже появляются нежданные гости. На них можно, в принципе, внимания не обращать. Действовать просто по быстроте. Так, все. С этого момента... Так, вот мы нафармили патрончиков от... этой ТМП. Слабо, я был в скрипте. А сейчас они будут атаковать Эшли, нужно поспешить, у нас тут трава. Так, быстренько спрыгиваем. Черт, как это так было? Ну ладно, сейчас начнем с контрольной точки, ничего страшного. Как-то он резко меня атаковал. Да, отсюда мы, кажется, и начинаем. Сейчас будет там. А, ну да, вот мы прошли, собственно, вот контрольная точка, как раз я прямо в такт прям попал, да, то есть, прямо в такт попал, прям под контрольную точку, даже проигрыш можно даже не засчитывать, потому что, как бы, я проиграл, но все равно начал сразу же, как будто воскресился, так что все норм. Так, сейчас, секундочку, посмотрю время. Время, как говорится, время при прохождении. Так, уже проходим 9 минут. Ну, пройдем этот этап и уже сохраняемся. Думаю, нам много времени не займет его прохождение. Сейчас. Теперь надо с этой стороны смотреть. Теперь будет на Эшли уже ехать грузовик. Ее ни в коем случае стрелять ее нельзя, но это любой йод знает. Даже Заикин. Ну, я не Заикин, это нормальный чел, я вообще говорю, в общем, ты не обижайся. Они тут спрыгивают сейчас сверху. Уже будет намного сложнее. Вот мы некоторых убили. И сейчас нужно как можно быстрее. Сейчас он запрыгивает. Так, не, это мы сохраним. Как можно быстрее их отталкивать. Потому что сейчас будет ехать грузовик, а они будут мешаться. Просто вот так вот их отталкиваем. Либо же просто быстро убиваем. Скажу почему. Не тратя, не щадя патроны. Чёрт, куда я стреляю? Да, вот они уже начинают меня уже бесить, потому что, ну... Так. Все так просто делаем. И всех, как говорится, оптом. Так, а этих мы с ружья. Потому что сейчас будет один неприятный момент грузовиком, господи. Да, тут начинается. Сейчас мы быстренько этого оттолкнем. Все. Ты-то откуда взялся, сволочь? Опять едет, в общем, грузовик. Все, вот мы его еле-еле успели. За считанные, как говорится, секунды. И вот уже попали в очередную локацию. Да, такой немного проблематичный, но такой довольно легкий этап. Этот бульдозер больше никуда не поедет. Ну, естественно. Разбили же молодчики. Итак, все. Заходим
очередную дверь. Тут у нас сохранение. Так, сначала соберем необходимые нам вещи. Да, если бы нам не попались патроны ТМП, даже не знаю, что бы я делал. Потому что... Так, у нас зеленый глаз, сейчас мы его попробуем кое-куда вставить. Да, вот с кошкой, давайте мы ее исследуем. Рысь, то есть. Да, остался еще один глаз. Мне кажется, что это будет фиолетовый. Мне так кажется. Хотя кто его знает. Так, теперь перезарядим все патроны. Так, кроме винтовки. Да. А, нет, не винтовки. Так. Ну и, говорится, норм проходим. Так, более-менее нормально. Тут у нас сокровищ нет, сейчас что-нибудь у продавца закупимся. Да, эта часть была такая довольно, наверное, расслабонечки, потому что, как бы, особого урона она не нанесла, в отличие от предыдущей части, которая была довольно очень плачевная. И, наверное, даже на данный момент самая худшая из частей моего прохождения вообще во всех сезонах. Итак, пока рысь не продаем. Так, нам пока даже продавать нечего, мы мало чего что собрали. У нас 13 тысяч, мы на это ничего не купим, кроме одного лекарства. Так, ну а лошадь уже ничего нет смысла, уже прокачка даже любого из оружия стоит даже больше 20 тысяч. Даже та же апгрейдка обоймы, как сказать можно. Так, ну мы сохраняемся. На этом я заканчиваю пятую серию третьего сезона. Она была такая довольно маленькая, ну и, собственно говоря, нормальная, поучительная. Итак, пожалуйста, надеюсь, тебе она понравилась, с тобой я Кирилл. Ставь комментарий к этой части и все остальное. В общем, это была у нас Resident Evil 4, третий сезон, пятая серия. Надеюсь, тебе она понравилась. Удачи тебе и пока. Увидимся в следующей части, который я планирую заснять уже непосредственно в пятницу. Все, давай, удачи тебе.